Компания «Кораль» представляет. Скарлетт Ортис, Рикардо Аламо, Роксана Диас и Карлос Крус в сериале «Три мои сестры» по роману Перлы Фариас. В ролях Роберто Молл, Дад Дейджер, Рикардо Бьянки, Шанталь Бодо, Джонатан Монтенегро, Мануэль Салазар, Флор Елена Гонсалес, Марисела Буитрага, Антонио Куэвас, Луис Альберто де Мосос и другие. Композитор Армандо Маскера. Операторы Игнасио Гонсалес и Хуан Гонсалес. Продюсер Хосе Херардо Гильен. Режиссер Тони Родригес. Ты должна быть здесь, Лиза. Наверняка ты сидишь возле своего полуживого брата. Но когда-нибудь ты выйдешь, ты не будешь вечно сидеть у его постели. Кто эта женщина? Это же Маргарита. А ребенок, наверное... Конечно. Это ребенок Сантьяго. Надо как-то помочь Анибалу. Что ты можешь сделать, мама? Альваро. Он сможет мне помочь. Альваро ничего не сможет. Как это? Он же адвокат. Мама, Альваро в тюрьме. Что? Что ты сказала? Я видела новости. Его арестовали, когда он хотел покинуть страну. Неужели мне так повезло? Просто нажать на курок и бум. Мы с папой скоро уедем. Все в порядке? Думаю, да. Спасибо за все. Спасибо тебе, Франциско. Ты можешь рассчитывать на меня. Спасибо. Осталась последняя коробка. Я сам поеду в гараж к Педро, если Роберто не появится. Наконец-то. Что случилось? Не твое дело, заткнись. Это последняя коробка, остальные уже в джипе. Но если все сорвалось, мы их выгрузим. Ничего выгружать не будем. Я сказал, что мы отвезем их к Педро, значит, отвезем, ясно? Дай мне пистолет. Посмотрим, сможет ли Педро нам отказать. Роберто, я помог погрузить коробки, но я с вами не поеду. Что ты сказал? Я не могу, я должен помочь отцу. Слушай, красавчик, так не пойдет. Имей в виду, если ты не поедешь с нами, то ничего не получишь. Тебе ясно? Пошли. Августо открыл глаза. Он нас слышит и все понимает. Лиза, Августо с тобой говорил? Нет, еще рано, Беатрис. Но главное, что он очнулся и прекрасно все понимает. Я должна увидеть его. Я хочу его обнять. Я сейчас приеду. Нет, 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 не вздумай. Уже слишком поздно. Неважно, Лиза. Я хочу его увидеть, поздороваться с ним.
Да, я знаю. Но пойми, Беатрис, сейчас ты не сможешь с ним пообщаться. Ему дали успокаивающее. Он был возбужден, и врач сделал ему укол, чтобы он спал спокойно. Ясно. Тогда поцелуй его за меня и скажи, что я его очень люблю. Я зайду к нему завтра после школы. Конечно, конечно, баба. Расскажи все папе. Пока. Сантьяго. Мне нужно поговорить с тобой. Я тоже ужасно страдал. Не меньше тебя. Я думаю, что нужно ввести страхование от таких случаев, чтобы я мог возместить все, что потерял. То есть лучшие годы. Любовь. Жену. Хотя я считаю, лучшие мои годы еще впереди. Годы, когда мы будем смотреть, как они растут. Давать им советы, смеяться с ними. Все вчетвером. Вот что сулят нам годы. Почему же мы их теряем? Я не могу этого понять. Сантьяго, что ты здесь делаешь? Я пришел увидеть тебя. Напрасно. Я тебе уже все сказала, и я свое решение не изменю. Но это очень важно. Сантьяго, пожалуйста, не мучай меня больше. Я хочу все забыть. Я не хочу тебя потерять. Уже потерял. И хотя ты не хочешь это признать, между нами все кончено. Я нужна своему брату, а ты своему ребенку. Я знаю, что ты хочешь забыть обо мне, Лиза. Прости меня, но я не мог не прийти сегодня. Я должен сказать тебе нечто важное. Сантьяго, мы уже все сказали друг другу. Больше не о чем говорить. Если мы будем встречаться, нам будет только больнее. Я не согласен. Я готов смотреть на тебя хоть издали. И я не оставлю мысль вернуть тебя. Сантьяго. Лиза, не беспокойся, я пришел не объясняться с тобой. Я хочу предупредить тебя насчет Анибала. Почему? Зачем это нужно? Ты в курсе, что Эрнесто Солис умер? Что? Да. Он покончил с собой. Его собирались арестовать, и он застрелился, чтобы не оказаться в тюрьме. Это ужасно. Ужасно не это, Лиза. Ужасно то, что случилось с Анибалом. Он сошел с ума. Он вломился в мою квартиру и едва не убил меня. Сантьяго, тебе нужно заявить в полицию. Он может это повторить. За меня не волнуйся. Я боюсь, что Анибал убьет тебя. Нет. Да, да. Он способен на все, Лиза. Милая, пообещай, что будешь осторожна. Никуда не ходи одна. Лиза, пообещай мне. Если Анибал с тобой что-то сделает, я задавлю его своими руками. Успокойся, Маргарита, присядь. Расскажи, что случилось. Ты выглядишь так, словно увидела привидение. Ты права, Майра. Я вошла с ребенком в палату к Августо. Что? Маргарита, что тебе там понадобилось? Ничего, я просто вошла. Я искала эту дуру Лизу. Я хотела ей кое-что сказать и потребовать, чтобы она не приближалась к ребенку. Маргарита, не будь такой неблагодарной. Ты, наверное, устроила скандал. О чем ты? Там никого не было. Я решила поговорить с Августо. И что? А то, что он открыл глаза, Майра. Августо открыл глаза. Он смотрел на меня с ненавистью. Так, словно хотел отомстить за все. За все, что я ему сделала. Я не думаю, что Анибал появится здесь. Он знает, что я не верю ему и не стану с ним разговаривать. Лиза, все очень серьезно. Анибал вооружен. Я прошу тебя быть осторожней, потому что он очень опасен. В таком случае, я буду осторожна. Поклянись. Клянусь. Теперь ты уйдешь? Лиза. Нет, нет, Сантьяго, не надо. Августо вышел из комы. Сегодня? Он еще не говорит, но он открыл глаза и все понимает.
Все кончено, Сантьяго. Я останусь с братом, а ты со своим сыном. Не бросай его. Ты ему нужен. Я не брошу. Пока. Береги себя. Господи, я никогда его не забуду. Но я прошу, дай мне силы не побежать за ним и сказать, как я его люблю. Помоги мне, Господи. Педро! Я говорил, что не надо ничего привозить. Педро, сначала посмотри, что я привез, а потом решишь. Я не хочу ничего смотреть, ясно? Тебя же не принуждают, Педро. Открывай. Вот моя визитка. Посмотрите, я Альберто Растретта, телепродюсер. И я хотел бы сделать сериал на основе вашей пьесы. Что скажете? Вам нравится мое предложение? Телевидение? Да, сеньор. Сериал по мотивам моей пьесы? Да, именно так. Конечно, меня это интересует. Я тоже так думаю. Я бы хотел встретиться с вами у меня в офисе. И как можно быстрее. Еще раз поздравляю вас. Спасибо, вы очень любезны. У вас чудесная пьеса. Спасибо. До свидания, до свидания. Можно ваш автограф? Конечно. Поздравляю, спектакль отличный. Я чувствую себя здесь лишней. Карлос. Ладно, неважно. По крайней мере, я знаю, что тебя ждет успех. И новая жизнь, в которой для меня нет места. Сеньорита, простите, пожалуйста. Да. Вы не подскажете, где здесь выход? Конечно. Идите прямо по коридору, а потом налево. Поторопитесь, скоро двери закроют. Спасибо. Что? Что? Молчи, или я тебя застрелю на месте. Что тебе нужно, Анибал? Зачем тебе пистолет? Мы с тобой должны отсюда уехать. Немедленно. Веди себя тихо, иначе тебе конец. Я уже видел эти запчасти. Пожалуйста, уезжайте отсюда. Педро, ты можешь расплачиваться по частям. Мне это не нужно, я не хочу иметь дело с вами. Забирайте свои коробки и уезжайте. Мне все это ни к чему. Почему ты мне раньше не сказал? Я говорил, но ты, видно, меня не слушал. Уезжайте, я собираюсь домой. Послушай, Педро, мне эта ситуация очень не нравится. Мне она тоже не нравится. Я вас прошу, уезжайте, я ничего покупать не буду. Уезжайте. По-моему, ты идиот. Если не хочешь все решить по-хорошему, знаешь что? Ты все равно заплатишь за мой товар. Франк, разгружай машину, он все покупает. Слушай, паренек, успокойся, убери револьвер. У вас потом будут неприятности, и у меня тоже. Давайте сделаем так. Вы просто уедете отсюда, и все. И все? Знаешь, что будет, если ты мне сейчас не заплатишь? Я убью тебя. Выбирай, Педро. Ты мне платишь? Вам придется убить нас обоих. Эсмеральда! Ты нарываешься, детка. Роберто, не бойся. У него нет оружия. Отпусти меня.
Анибал, Анибал, что ты делаешь? То, что давно надо было сделать. Не бойся, детка, у меня все под контролем. Анибал, пожалуйста, убери оружие. Не сходи с ума. Все зависит лишь от тебя. Если будешь слушаться, ничего не случится. Анибал, пожалуйста, уходи, тебя ищет полиция. Полиция? Кто тебе сказал? Неважно. Пожалуйста, сдайся им, ты рискуешь своей жизнью. Кто тебе сказал, Сантьяго? Он здесь давно был? Анибал, ты мне делаешь больно. Когда ему надоест лезть в мои дела? Густаво, Густаво. Даже не думай. Не вздумай его позвать. Я его застрелю. Хорошо, хорошо. Только будь поосторожнее, пожалуйста. Густаво, Густаво, я здесь, помоги мне. Вы уже знаете, кто будет у нас директором? Нет, но думаю, что его скоро назначат. Мы должны спокойно отсюда выйти. Нет, нет, Анибал, я тебя умоляю, оставь меня. Спокойно, я говорю. Сейчас мы с тобой отсюда уйдем. Так что успокойся и веди себя, как на прогулке в парке. Договорились? Не вздумай что-нибудь выкинуть, Лиза. Помни, что я буду стрелять. Не сомневайся. Все, пошли. До свидания, Лиза. Она сказала тебе до свидания. До завтра. Пока. Давай, Роберто, прикончи его. Ну? Давай. Покажи мне, какой ты смелый, когда у тебя нет оружия. Давай, покажи. Давай. Франциско, оставь его. Франциско, оставь его. Франциско, я буду стрелять. На колени. Становись на колени. Руки за голову, не двигаться. Это он, сеньор. Это Роберто, вожак банды, что угоняла машины. Это Франк. Как он? Как Эсмеральда? Слава богу, жив. Я вызвала скорую. Анибал, опомнись. Подумай, что ты делаешь. Я люблю свободу, а я чуть не попал за решетку. И знаешь почему, Лиза? Из-за твоего дружка. Из-за него мой папа покончил с собой. А я в полном дерьме. Сантьяго в этом не виноват. Заткнись, не смей его защищать. Ты слепа, но я заставлю тебя прозреть. Осторожно, Анибал. Ты еще любишь этого негодяя? Куда мы едем? Мы уже выехали за город. Успокойся и не задавай вопросы. Делай, что я тебе говорю, обещаю. С тобой ничего не случится. Анибал, пожалуйста, отпусти меня, отпусти. Зачем я тебе нужна? Подумай о своей семье, не причиняй им боль. У меня больше нет семьи. И знаешь почему? Моя сестра предала нас ради Сантьяго. Ты не понимаешь, что говоришь. Лиза, я должен уехать. Ты поедешь со мной. Веди себя смирно, и с тобой ничего не случится. Поняла? Отпусти меня, отпусти. Если сама не успокоишься, мне придется тебя успокоить. Куда мы едем? Что ты собираешься делать? Я уеду. Я уеду с тобой из страны. Тебя ищет полиция. Конечно.
Но я ко всему готов, не беспокойся. Ты поправишься. Да, Педро, тебе не дадут умереть. Все будет хорошо. Это ничего. У меня были раны и пострашней. Все будет хорошо. Мне жаль, что мы с полицейскими не приехали раньше. Нет, нет, Мигель, ты все правильно сделал. Скажи, а что будет с тобой? Не знаю, со мной хочет поговорить комиссар. Спасибо за все. Удачи тебе. Я ждал тебя и заснул. Как Августа? Ты его видела? Конечно, видела. Как я могла к нему не зайти, услышав такую хорошую новость? Он очнулся? Уже разговаривает? Нет, нет, пока нет. Но врач сказал, это вопрос нескольких дней. Я хотел поехать в больницу, когда Беба сказала мне, но я побоялся оставить ее одну. Беатрис не маленькая, ее можно оставить одну. Дело не в этом. Тут такое случилось. Слава богу, я вовремя появился, а то бы бог знает, что произошло. Но я пришел вовремя. Что случилось? Ты меня пугаешь. Что случилось, Беатрис? Где она? Она спит. Скажи, что случилось? Объясни мне, пожалуйста. Здесь был сын хозяина пиццерии, тот, кто приходил в больницу к Бебе. Роберто. Да, да, я его помню, милый. Что с ним произошло? Он пытался изнасиловать Бебу. Что? Думаешь, папа поправится? Конечно. Ты слышала доктора? Он сказал, что пуля прошла на вылет. Иначе бы его сейчас оперировали. Этот подлец чуть не убил его. Не бойся. Теперь все будет хорошо. Можешь не сомневаться. Если бы не ты, этот тип убил бы папу. Что ты говоришь? Я просто сделал то, что мог. Думаешь, я позволил бы ему убить твоего отца? Думаешь, я бы смотрел на это? Нет, я давно хотел проучить этого негодяя. Этого двуличного негодяя. И ты это сделал. Франциско, я всю жизнь буду благодарна тебе за это. Ну что ты. Это лишнее. Эсмеральда, я пойду. Ты должна отдохнуть, и твой отец тоже. Франциско, ты не проголодался? И если хочешь, я что-нибудь приготовлю. Не надо, разве я смогу есть после того, что произошло? Нет, не беспокойся, я не голоден. Ну ладно, пока. Пока. Эсмеральда, Эсмеральда. Прости, Франциско. Я сама не ожидала. Я не знаю, как это вышло. А я знаю. Послушай, Эсмеральда. Ты очень хорошая девушка. Ты умная и красивая. Я не слепой, я это вижу. Но постарайся меня понять. Я очень серьезно отношусь к Беатрис. Да, я знаю. Прости меня. Не переживай, пожалуйста. Не подумай, что ты мне не нравишься. Наоборот, ты мне нравишься. Честно говоря, это был чудесный поцелуй. У тебя такие свежие губы. Но ты должна понять, что я очень люблю Беатрис. Прости меня, ты красивая. Да. Да, я знаю, я уважаю ваши чувства. Просто она такая юная. Ты настолько любишь ее, что готов столько ждать? Эсмеральда, время идет быстро.
Пока мы любим друг друга, пока мы вместе, время вообще не существует. Ты понимаешь? Нет. Не понимаю. Не понимаю, потому что у меня не было такого парня, как ты. Такого милого, верного. И если бы можно было купить парня в магазине, я бы выбрала тебя. Точно такого же. От макушки до ступней. Но я уверена, что таких больше нет. Нет. Такие есть. Просто тебе нужно пошире открыть глаза. И тогда ты их заметишь. Может, как следует осмотревшись, ты увидишь, что тебя уже кто-то любит. А ты даже не подозреваешь об этом. Амаира, неси скорее молоко, а то ребенок уже зашелся от крика. Иду, иду, Маргарита. Держи. Что ты делаешь? Сунь соску ему, а не мне. Я знаю, что молоко для него. Маргарита, ты должна его покормить. Подожди, а за что я тебе плачу? Покорми его. Маргарита, мне просто не верится. Ребенок не будет считать тебя матерью. Почему это? Потому что они узнают людей по запаху, Маргарита. Если ты не будешь держать его на руках... Что за чушь? Он отлично знает, что я его мать. А если не знает, я ему об этом скажу. Смотри, как жадно он пьет молочко. Пусть радуется, пока может. Я не знаю, что нас дальше ждет. Ты собираешься уехать отсюда? Амаира, я знаю, что сделает Августа, когда поправится. Они с этим стариком вышвырнут меня из дома вместе с ребенком, понимаешь? И что ты будешь делать? Позвоню его отцу, разумеется. Сантьяго позаботится обо мне и ребенке. У него нет выбора. Где мы? Куда ты меня привез, Анибал? Мы сюда ненадолго. Эй, эй, не делай лишних движений, детка. Выходи. Ты должна меня слушаться. Не делай никаких глупостей. Договорились? Идем. Мы с тобой одни. Будь послушной. Иначе мне придется применить силу. Ты поняла? Анибал сошел с ума. Он меня чуть не убил. Наверное, скрывается. Хочет выбраться из страны. Да, конечно. Он знает, что его ищет полиция. Надеюсь, его скоро найдут. И он прекратит свои злодеяния. По крайней мере, Лиза и моя мама предупреждены. А Барбару защищает полиция. Он не причинит им вреда. Странно, что Лиза не сообщила мне, что он очнулся. Я думаю, она воспользовалась передышкой и решила отдохнуть. Она ни на минуту не покидала палату. Тебе тоже нужен отдых? Нет. Нет, Руби, мне и здесь хорошо. Я хочу быть рядом с ним. Может быть, он проснется, и ему что-нибудь понадобится. Сильвия, я сегодня дежурю, я за ним присмотрю. Почему бы тебе не пойти к доктору Контреросу? Нет, нет, я хочу быть с ним. Ты можешь пойти в нашу комнату отдыха и там поспать. Я тебя разбужу в случае чего. Сильвия, так ты сама заболеешь.
Идем, Сильвия, идем. Я должна найти способ выбраться отсюда. Неужели сюда никто не приходит? Интересно, о чем думают папа и сестры? Надеюсь, они догадаются, что я пропала. Надеюсь, они вовремя спохватятся и найдут меня. Здесь кто-то есть. О, Господи, это Анибал. Он уходил, а я даже не заметила. Сейчас он войдет. Где Лиза? Я ее не видела ночью. Наверное, она ночевала дома у доктора Контрероса. У доктора Контрероса. Ты еще не знаешь? Нет. А что? Что-то случилось? Нет, Руби, это я так. Она, наверное, дома у доктора Контрероса. Ну, пока. Пока. Я вернулся. Как спала? Я не спала. Это уже проблема, девочка. Ты не совсем понимаешь, что происходит. Я знаю одно. Ты меня насильно увез с собой. С этим ты скоро смиришься. И постарайся понять, Лиза, я мужчина твоей мечты. Идем. Куда? Завтракать, конечно. Я не голодна. Тогда ты заставишь себя поесть. Нет, нет, Анибал. Я не хочу. Анибал, отпусти меня. Здесь ни слова об Анибале. Значит, он на свободе. В чем дело? Ты не рада, что твой брат не в тюрьме? Ты знаешь, что я думаю, мама? Ты бессовестная. Ты хочешь, чтобы его посадили? Нет, мама, я этого не хочу. Я знаю, что происходит с Анибалом, а ты почему-то отказываешься это понимать. Я отлично знаю, что мой сын не преступник. Мама, Анибал знал, что после того, как он ударил, Сантьяго Августа упал. Анибал преследовал мою подругу, и поэтому Изабель погибла. Сколько людей должно пострадать, прежде чем ты поймешь, что он болен? Он делал то, что говорил отец. Папа мертв, но он во всем виноват. Ты не представляешь, как мне жаль, что ты не понимаешь меня, что смотришь, как на врага. Несмотря ни на что, я думаю, что лучше бы Анибала нашли. Лучше бы нашли? После того, как ты обвинила его... Ты о нем беспокоишься? Мама, я сказала правду. Что мне было делать? То же, что ты делала? Молчать и ненавидеть отца до конца жизни? Я не могу так жить, мама. Мама, прости. Я не хотела тебя обидеть. Я хочу, чтобы ты прозрела. Ты должна понять, что Анибал опасен, потому что психически болен. У него уже был срыв несколько лет назад. И сейчас у него снова кризис. Ты это прекрасно знаешь. Его надо найти. Доброе утро, Сильвия. Доброе утро. Как он провел ночь? Ему дали снотворное. Он всю ночь спал. Он открывал глаза? Он тебя видел? Да, видел. Откуда вы знаете? Лиза мне сказала. Она позвонила и обрадовала нас. Я думала, я первая увидела, что он очнулся. Это теперь вопрос времени.
Он скоро поправится. Мне не понравилось то, что я увидела. Что? Как тебя понимать? В его глазах были боль, отчаяние. Он хотел мне что-то сказать. Я не понимаю, почему Лиза тебе ничего не рассказала? Когда я пришла, мне сказали, что она ушла домой. Домой? Но она мне сказала, что останется с Августа. Да? Ночью ее не было в больнице. Детка, ты так внимательно на меня смотришь. Меня это немного нервирует. Я с тобой никуда не поеду, Анибал. Поедешь. Я не хочу ехать один. Потом мне нужна женщина. И ты вполне можешь составить мне компанию. Я решил, что ты мне подойдешь. Господь очень разумно распорядился. Это он мне подсказал. Ты будешь есть? Я не брошу свою семью. Лиза, лучше поешь. Хочешь масло? Да. Мне нравится, что у тебя есть характер. Поэтому я тебя и выбрал. Тебе слегка намазать? Держи. Откуси кусочек. Стой, дура! Нет! Нет, Анибал, пусти меня! Нет! Ты меня не поняла, да? Тебе не нравится хорошее обращение? Ты заставляешь меня быть жестоким? Нет! Нет! Ты будешь моей. Нет, Анибал, пожалуйста, не надо. Теперь ты станешь моей. Не надо, Анибал, прекрати. Ты будешь моей. Прекрати, прошу тебя. Нет, Анибал, перестань. Ты сама этого хотела. Не надо, прошу тебя. Анибал, отпусти меня, я не хочу. Да, да, да. Я думала, что Лиза ночевала у вас. Нет, она домой не приходила. Она позвонила из больницы и сказала, что останется с Августа. Здесь ее не было. Хотя она могла спать в комнате отдыха. Нет, нет. Если бы она ночевала в больнице, она бы хоть раз за ночь зашла к Августа. Тогда где она? Может быть, с ней что-то случилось? Может, она... Что? Может, она решила побыть одна после всего, что случилось? Иди, может быть... Она поехала к Сантьяго? Он был здесь? То, что они любят друг друга, понятно всем. Я бы не удивился, если бы она все-таки поехала к нему. Это было бы правильно. Анибал, пожалуйста, отпусти меня. Ты же этого хотела. Ты сама хотела. Отпусти меня, пожалуйста, отпусти. Ты меня заставила применить силу? На что ты надеялась? Скажи. Прости меня, Анибал. Пожалуйста, не принуждай меня. Анибал, прошу тебя, пожалуйста. Я тебя умоляю. Ты предательница. Я обращался с тобой как с королевой. А что ты сделала? Ты заставила меня быть жестоким. Я хочу к своим родным. Ложь. Ложь. Ты хочешь пойти в полицию и сдать меня. А затем побежать к Сантьяго. Нет, нет, я клянусь, Анибал. Да, да, это правда. Я не дам тебе это сделать. Ты останешься со мной. Хочешь ты этого или нет? Нет, Анибал, пожалуйста. Анибал, послушай, нам надо поговорить. Давай поговорим. Мы же нормальные люди. Клянусь, я никому ничего не скажу. Я клянусь, Анибал. Я прошу тебя, давай поговорим. Я никому ничего не скажу. Я клянусь, Анибал. Я прошу тебя, пожалуйста, пойми меня. Отпусти!
Я был с тобой вежлив, Лиза. Я хорошо с тобой обращался, а ты набросилась на меня. Потому что ты все делаешь неправильно. Ты хочешь, чтобы я поехала с тобой и даже не дал мне об этом подумать. Я должна хотя бы сказать об этом родным. Неужели ты бы со мной поехала? Ты бы не побежала к Сантьяго? Нет, нет, конечно, мы с Сантьяго уже расстались. Не лги мне, Лиза. Нет, нет, я тебе не лгу, у него ребенок от Маргариты. Лиза, не говори чепуху. Не лги мне. Я знаю, что ты любишь Сантьяго. Анибал, мои чувства к Сантьяго не играют роли. Меня беспокоит мой брат. И этот несчастный малыш, который ни в чем не виноват. Вот что, Лиза. Только больше не лги мне, потому что я тебе не прощу. Ты поняла? Да, Анибал. Я все потеряла. Я все потеряла, правда. Я не буду больше бороться с судьбой. Может быть, уехать — это самое лучшее решение. Да. Да, наверное, это так. Я не знаю, что покупать. Мне нужны вещи для малыша. Все? Да, все. От ползунков до кроватки. Хорошо. Это мальчик или девочка? Мальчик. Тогда начнем с кроватки. Вы что-то выбрали? Нет, нет, сеньорита, нет. Будьте добры, сами все выберите на свой вкус. Как хотите, сеньор. Но вы мне поможете. Я должна добиться его доверия. Это единственный способ держать его подальше. Неужели она действительно хочет со мной уехать? Или только притворяется, надеясь сбежать отсюда? Почему ты так смотришь? Что это? Это моя футболка. Она чистая. Надевай. Потом. Нет, сейчас. Я хочу, чтобы прошло какое-то время, а не был. Мне страшно уезжать из страны. Ничего никому не сказав. Мне нужно подумать о том, что я делаю. Как я буду жить за границей. Фильм озвучен компанией Intercommunications. 2003 год. Hacía falta escuchar de nuevo, aunque sea un instante, tu respiración. Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento. Sé que estás con alguien que no es el momento, pero hay algo urgente que decirte.